На объездной дороге в Мурманске произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на разделительный барьер. Судя по кадрам, снятым очевидцами, водитель немецкой легковушки на скорости врезался в отбойник, разделяющий магистраль. От удара машину буквально разрезало пополам. Седан перевернулся. Водитель вылетел из салона автомобиля и разбился о металлическое ограждение. От полученных травм он скончался еще до приезда скорой помощи. Специалистам предстоит установить причины произошедшего.